Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет семян и наш сюжет «Антифейк. Стоп подделка». Мы боремся только за качественные семена, без подделок. В моих руках упаковка французской селекции «Клосс» со свеклой «Нобл». В этой упаковке 1 килограмм свеклы. На упаковке размещена информация. Название культуры. Название сорта или гибрида. В данном случае это сорт Нобл. Сколько семян в данной упаковке? 1 килограмм. Номер партии. Дата, до которой необходимо использовать эти семена. Чем обработаны. Также штрих-код и адрес производителя. На обратной стороне нет картинки. Но это не означает, что семена подделка. Нет, это настоящие семена. Обратите внимание, видите клапан? Это для того, чтобы семена дышали. Сейчас я открою упаковку, и мы с вами посмотрим, как выглядят семена свеклы в жизни. Вот, как мы видим, семена обработаны, окрашены в зеленый цвет. Семена красивые, качественные, без примеси. Сортовая чистота соответствует стандартам. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.